Добрый вечер, друзья. Мы постоянно пытаемся усовершенствовать теперь наш тренажер. Да, Люсь? Показывать вот такой сачок. Люська взгромоздилась на горшок от кукол. Да. В туалет скоро будем ходить? Так вот. Подожди. Палочка как раз под ее руки. Подожди, Люсь. Дай я заберу. Дай. А ты хватай. Хватай. Давай, тянись. Вот так. Ой, друзья, вы видели то же самое, что я? Давай. Как она с горшка хлопа? Давай. Давай. Надо как-то ей сделать повыше. А ну, давай в эту сторону. Вот так. Давай палочку, давай горшок у тебя заберу. Опа. Ну. Я думаю, палочка тебе будет интереснее, чем горшок. Да? Тянись ручками. Тянись. Давай. Вот, подтягивайся. Надо палочку поднять. Попрошу Влада чуть выше. Ну-ка. Тяжело снимать. Давай. Я вот так подержу. Вставай. Тяжело, высоко, но у тебя руки длинные. Ай, какая палочка. Такая же красивая, как апельсинчик. Бам. Ну. Ай-яй-яй. Ай, какая палочка. Так, а ну-ка, подожди. Здесь на уровне глазок. А ну. Вот. Друзья, вы видите, как она? Ну, молодец же. Люся. Все лишнее выкинула. А ну, на, подержись за палочку. Мне же еще и снимать неудобно. И хочу вам показать. Вижу, как вы все переживаете, друзья. Ну, давай еще. Видите, внизу ножка уже зацепилась за... Вот она еще не сгибается у нее? А ну давай на эту сторону, если тебе удобнее, на эту сторону. Но мне кажется, там тебе удобнее, потому что там можно зацепиться за решетку. Такая палочка красивая. Давай, тут цепляйся. Давай. Вот так переворачивай. Вот так, молодец. Села. Да? Люська, ты молодец. Да? А ну, Люсико. Давай. Крутись, вертись, давай. А ну-ка, если тебе... Просто туда сачок. Ой, какой красивый сачок. Ой-ой-ой. Давай. Давай. Я не знаю, что тебе придумать, чтобы ты уцепилась. Давай. Ну. Нет, мне кажется, тебе за палочку все-таки удобнее. Да, она не такая яркая. Сейчас. Мы с тобой. А ну, подтягивайся. Подтягивайся. Давай. Нет, не филонь. Палочка как раз под твои ручки.
Я все смотрела, смотрела, думаю, что же ей такое дать, чтобы было под ее пальчики и не сильно тоненькое, и в то же время яркое, чтобы ей... Да, ой, ты молодец, ой, ты молодец, ой, ты молодец. Давай, еще давай цепляйся. Ну, смотри, какая палочка. Тигренок красивый, никто не спорит. Но тигренок это тигренок, он висит, да. Давай палочку, давай. Вот так, давай. Люся. Ну. Давай. Она уже хорошо сидит в своей игровой комнате. Знает, что когда начнет проситься, ее отсюда заберут. А, кто у нас облизывается, чамкает? Ты только что съела перед этим кашу. Сейчас пол банана, Люся. Это много. У тебя ножки слабенькие. Мне не жалко. Да, но ножки слабенькие. И попу будет тяжело поднимать, живот большой. Нет, грызть это вот, ну, прям вот не для этого. Так, переворачиваем. Оп, оп, оп. Давай. Вот, зеленая. Эта сторона ей нравится больше. Как действуют ручки, мне нравится. Скажи, доктор, не совсем мне понравилось, что сказал по Люсиному здоровью. Вы меня часто, друзья, спрашиваете. Я читаю комментарии, вы спрашиваете, водила ли к доктору, что сказал. Водил ли, носили, не понравилось мне, что сказал. Но я думаю, что у нас все будет хорошо. Посмотрите, у нее ножками она шевелит. Отя, отя моя бибизяна. Да. Я думаю, что вы видели видео. Массаж, я ей ножки выпрямляю. Массирую, чтобы они у нее не затекали. Мы ставим, чтобы она на ножках висела. Мне кажется, что солнышко, питание и массажики сделают свое дело. И не будем мы слушаться доктора. Да, скажи, не всегда нужно. Доктор показал тренировочки. К тому же, друзья, нет, я не знаю, как в Москве, как в Питере. Но, думаю, тоже проблема с узкоспециализированными ветеринарами. В основном ветеринары все кошечки-собачки. Да? И скажи, если что-то не так, предлагают усыплять. Если вот не знают, как это лечить, и что животное может быть, от молодец, инвалидом, да? Скажи, не будем мы усыплять никого. На самый даже страшный случай, скажи, сделали бы Люське колясочку. Да? И ты бы каталась на колесиках. Но у Люськи будет все хорошо. Скажи, я не буду никаким инвалидом. Ну, у нас сегодня... Так, вот это вот мне не нравится. Алло, 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 алло. Памперсы не едим. У нас сегодня новые памперсы. И чуть-чуть размерчик большеват. Как-то она, когда внизу, надо ее, наверное, завтра будет... Сейчас я на вечер уже одела посвободней, чтобы у нее тоже попа не прела, да? Чтобы, скажи, не было ничего, скажи, это премиум хагис. Хорошие памперсы. Но вот видите, она чуть свободнее сделала, она сразу тянет тесемку. Я, конечно, с ужасом думаю о том времени, когда Люська будет снимать памперсы. Да? Потому что столько, сколько она кушает и ходит в туалет, то это будет... Мама, не горюй. А ну, давай. Давай еще чуть-чуть, давай. Давай.
Давай. Вот так давай на ножки. Я попрошу Влада, и он тебе сделает лесенку. Маленькую. И покрасим яркий цвет. Давай, давай. Давай, ручками. Давай. Нет, так тебе неудобно, наверное. Олег. Давай, давай. Оп, а ну держись, держись, держись. Держись, цепляйся двумя ручками. Не зубками. Ручками. А я тебя буду поднимать. Давай, вторую. Неудобно. И тренировать, и снимать. Так что, друзья, спасибо вам всем, скажи, Люся, да, за то, что вы за меня так переживаете и радуетесь моим успехам. Мне кажется, что успехи у нас налицо, если учесть, что такой промежуток маленький. Что у нас еще даже 2 недель нет. Но из абсолютно вот такой какой-то обезьянки, у которой голова была на бок, у которой она ручками не шевелила, да, ничего не могла сделать ручками. И ушко у нас больное было. И на голове, скажи, вавка. И ножки никак. Мне кажется, все у нас уже, все у нас хорошо будет. Ножки мы твои разработаем. Спокойной ночи, друзья, да? Да, мы сейчас с тобой будем заниматься.